Сожалеть, никто не вернулся, никто не захотел. Со временем перестали думать. Опасно находить в квартире признаки отеля. Что твои вещи, пространство для ключа, рану, оставленную еще тогда, то есть ранец, идут на него, варежки, то есть твой рот, и в него кончать. Хорошо, хорошо, вспомнить хоть сейчас. Дом, на который я думала, он будет здесь стоять. Думала, тебе неоткуда взяться. Что-нибудь непременно сломать, обо что-нибудь спотыкнуться. Вдруг что? Говорит, останавливается, отходит. Это как смерть, смотреть на себя со стороны вроде, глотать сопли, старый невротик, выносить книги из дома. Раз в день я думаю о тебе. Думаю, это много. Бывает, ты меня удивляешь. У тебя в жизни что-то такое было с резнёй, плохими парнями, больничной ратью, с далекими странами и отменной памятью. Мне некуда себя деть со всеми этими происшествиями, как я понимаю, случайными. Как ты плохо одет, как я по тебе скучаю. Где поезда, которые встречают леса? Глазами, где открытые рты, где в них слеза? Где тепло колеса? Почему здесь не пахнет резиной и маслом? Где рот, который брал тебя и говорил, я была с ним? Где моя прекрасная гибель? Я хочу быть с ним, я хочу умереть красиво, хочу говорить с ним. Где твои дома? Почему в тебе нет силы? Почему ты ничего не строишь? Почему ты за меня не решишь? Мне ходить за водой или не ходить за водой? Я никого не впущу в этот дом, он лишь мой и твой, потому что еще водоем. Почему ты молчишь? В одной красоте ничего больше не соберется. Все, кто могли, остались, да все не те, в твоей красоте. Кто лежит за перегородкой, кто давит себе на грудь в темноте, кто слова подбирает, для кого говорит, в маленьком городке, кто кого убивает. Такое настроение у меня редко бывает, когда я думаю, что с тобой это не связано, что с тобой ничего не будет, что вот так вообще не бывает. И что я хочу сказать, что все сказано.